Здравствуйте, друзья! Я нахожусь в библиотеке классика Академии Вивариум Новум. И как вы видите, здесь довольно большое количество книг, хотя на самом деле это всего лишь маленькая часть библиотеки этого удивительного места. Это библиотека классика, то есть здесь у нас собрана основная часть того, что относится к студии классика, к классической филологии. Именно издания авторов, словари, грамматики, базовые энциклопедии и много чего другого. И давно уже мне мои друзья закладывали, подкидывали в голову мысль снять небольшую серию видеороликов про основные серии книжные изданий греческих и римских классиков. Возможно, и не только греческих, римских, может быть, средневековых, ренессансных тоже. Про них я и расскажу. Как вы видите, библиотека выглядит не очень большой, тем не менее, здесь присутствуют практически все основные серии для классика. Все начинается с серии «Адусум Дельфинии», серия «Дидо», серия «Лемеровская библиотека классика латина», серия «Итальянская Лоренцо Валла» и испанская серия французская «Ле Беллетра», серия «Бюде», серия издания «Мандадори», серия «Оксфордская», итальянские серии, такие как «Утетовская», многочисленные лицейские издания, опять же, коллекция «Испанская». Естественно, отдельные издания древних авторов, греческих, римских, уже вне серий. Есть также тут и средневековые авторы, разумеется, вот кусочек из «Патрологии Миня», серия «Калио», «Патрология Ориенталис», «Августин». Я уж молчу про ренессансную серию, потому что все-таки это гуманистическая академия, поэтому довольно много книг серии «Тати» и многочисленных других. Зачем все это нужно? А для того, чтобы, в принципе, разбираться, какие книжки хорошие, какие нехорошие. Может быть, как-нибудь я сделаю серию про словари, в частности, например, вот эти три стеллажа, это исключительно словари и грамматики, да, греческие и латинские. Вот, надеюсь, вам будет интересно. До новых встреч!